Сегодня 9 июня, 161 день года в Григорианском календаре. До конца года остается 205 дней. Сегодня отмечается Международный день друзей. В этот день, в 1949 году, скончалась оперная певица Мария Чеботарь. В 1822 году Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть. В 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака. В 1993 году в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». 9 июня в 1870 году скончался Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы. Сегодня именины отмечают Леонид, Леонтий, Петр и Анастасия.